Приветствую, дорогой Саша, мой друг, председатель Федерации Русского Боевого Искусства. Да. Добрый день, Хасай Магомедович. Привет. А скажи, пожалуйста, ты видел видео, как Гусейн Магомаев, основатель школы «Пять сторон света», который золото забирает, его ученики на соревнованиях во всем мире, определил понятие природа, Бог, природа. Он сказал, что природа некоторые понимают как деревья, там кустики, озера. Имеется в виду в большом смысле природа. Для меня, говорит Бог, вот это природа. Природа. Ну, хорошее определение, потому что у некоторых людей такое бывает понимание, я с этим сталкивался, что Бог – личность. Это такой большой мировой, такой бесконечный разум, ну, который может в любой момент мешаться своим перстом, чудо сотворить, там, и так далее, и так далее. Поэтому у Эйнштейна было. Он когда разговаривал с одним человеком, его спрашивали, Бога верите, он говорил «да», с другим разговаривал, Бога верите, он говорил «нет», в зависимости, с кем он разговаривал. Потому что для Эйнштейна Бог был не личность, а именно вот это вот все, что есть, так сказать, большее, чем мы и где мы, как частица. Как тебе? Хасай Магомедович, я очень посмотрел этот ролик, очень мне понравился. Очень мудрые слова он сказал, и я как тренер даже записываю, записал себе. Очень, и даже сейчас сижу и поразмысливаю, что именно, как, почему. Насчет Бога, и интересно было сказано, знаете, самое главное у человека – это вера. Без веры человек – это простое существо. Ну да, но вера во что имеется в виду? Вы знаете, а вот здесь вот каждый выбирает сам. Да. Один выбирает одно, а другой выбирает другое. Вот здесь вот мы и отличаемся как человек, что мы имеем право выбирать. Да, но вот без веры в победу не победишь. То же самое главное, что вера в добро. Да. Любовь. Вера в добро, вот это есть всегда. И есть вера в зло. Да, конечно. Конечно. Ну вот, мне очень важно то, что ты говоришь, потому что ты предлагал вот до нашей встречи поговорить о ликбезе, где бы мы сказали о том, что все-таки есть общие вещи такие, освоив которые, человек может конкретные вещи решать проще и легче, потому что, ну скажи, вот. Да, вы знаете, я еще хотел бы сказать вот это все про Бога, что это и есть, что у нас, мы веруем, не знаем. Если мы бы знали, что Он есть, мы бы жили совсем по-другому, мы были бы механизмы, а здесь идет вера. Да, мы верим в добро. Христос сказал, да. Царство Божие внутри вас есть. И ад, и рай внутри нас. Вот алкоголик в состоянии похмелья находится в аду. Потому что это дикое напряжение. Когда у человека что-то болит, он испытывает адские муки. А вот, да, я полностью с вами согласен, Хасай Магомедович. Вот смотрите, вот все говорят там, да вот мы там, когда будем там, поймем. Вот это когда бы да. У каждого... Он сидит внутри. Да, и ад, и рай внутри нас. Рай и ад у нас, он у нас в голове. Да. Если мы, например, думаем о хорошем, думаем о том, что как это все сделать хорошо, чтобы это делать и хорошо. Но если только чуть-чуть человек меняется, да. Увидит деньги или еще там что-нибудь, или так далее, полностью меняется. И вот эти всякие тревоги. Вот эти все боязни, вот эти все страхи, это в основном человек уже, знаете, уходит в другую сторону, как тельняшка у моряков. Белое-черное. Человек, знаете, шарахается туда-сюда. Да. Некоторые говорят, а почему мне плохо? Да потому что идет по черной вот этой полосе. Ну, есть много людей, которые родились с болями. Там, ну, или родовая травма была. Да, это я с вами согласен, есть. Но в основном-то все обращаются о том, что
голову, сами создают. Вот мы вчера с вами разговаривали, что человек сам создает себе проблемы. Накручивает. Накручивает, сам создает себе страх, он потом сам с собой борется. Да, это правильно, это правильно. Ну вот у тебя, как и у тренера по боевому искусству, и у Гуськи Магомаева, который там «Пять сторон света», с которым мы еще в детстве начинали, в подростковом возрасте вместе. Но он пошел в спорт, а я в медицину. А он тоже художник, как и я. То есть, по существу, Бог внутри нас. Это есть наше творчество. Так вы через художество, вы свои эмоции все полностью вкладываете, свою душу, свою радость, все. Правильно? Да, правильно. И поэтому, когда я попадаю в поточное состояние, когда я рисую, занимаюсь любимым делом, и любой человек, так, когда там стихи пишет, там, или печку кладет, или что-то делает, когда он делает это с любовью, когда это соответствует его внутреннему настроению, его состоянию, его организму, когда он попадает в свою деятельность, ему, как говорится, Бог помогает. То есть вот я хотел вам задать этот вопрос. Да. Вот вы делаете картины, рисуете, вы людям помогаете. Значит, что у вас? Значит, это мое предназначение, получается, по природе. У меня дедушка тоже добрый был такой, и тоже труженик вот. Был. Да. Вот и все. Да, это если, например, встать и думать, кого бы обмануть, кого бы там... Это нездоровые люди, так себя ведут. Вот и все. Если да. Мы вчера с вами очень хорошо говорили, если мы наведем порядок в голове, да. Все будет нормально. Да, если тогда мы рай на земле создадим. Мы сами то, что мы притягиваем. Правильно, правильно. Это правильно совершенно. Ну вот ко мне звонят разные люди, жалуются, нога болит, рука болит. А мы все время пытаемся сказать, ну вы выучили таблицу умножения, вы же ее везде можете применить. И когда хлеб покупаете, посчитать в уме цифрами, и когда дорогу рассчитать, там сколько километров. То же самое и ключевые приемы, вы это везде можете применить. Нога болит, подбирайте себе прием, который вам подходит. Хасан Магомедович, вот это, знаете что, вот у меня есть предложение. Может, проведите еще раз ликбез? Еще. Почему? Потому что... А? Ты завтра выйдешь на Zoom? Завтра, давайте говорить, я выйду. Мы завтра ликбез проведем, я тебя очень прошу, помоги мне там, поддержи меня там. Обязательно, обязательно. Потому что мне некоторые люди пишут, а может, ты обязательно нужен... чтобы я это делал. Ну вот, допустим, человек мне звонит и говорит, а я смогу без вас это сделать. А вот, пожалуйста, Саша тоже будет там помогать. Не только я это могу помогать. Это все люди, которые уже владеют этим профессионально, могут помогать. И вы можете сами делать. Вот это же главное. Выучили эту таблицу умножения и применяйте ее по всякому поводу. Конечно, это общие вещи такие, которые регулируют нервную систему, повышают иммунитет, стрессоустойчивость повышают, организменный иммунитет повышают против всяких неприятностей. Да, это как раз-таки, когда вы на ликбезе все увидят, что Александр помогает проводить ликбез, расскажет еще раз об этих... Чертиках, да, или как... Драконе, да, потому что много голов, отбиваешь одну голову, другая вырастает. То же самое, вы один страх победили, вдруг чашка упала, и думаешь, ой, как же теперь быть? Опять страх. Вот это и есть. И он опять нарастает, опять новый появляется, и так далее. То есть, если мы научимся им владеть, вот ваши упражнения, вот это как раз и дают все, что в комплексе, как одна таблетка, знаете, если в медицине дают одну таблетку, например, от печени, от головы, то здесь вы даете одну таблетку, как бы сказать, профессиональную, не вот это, что для всего. Универсальная. Говорят, а разве панацея бывает? Бывает, конечно. Например, хорошо выспался, и все дела лучше идут. Это панацея. То же самое ключ. Это панацея в этом смысле.
если вы управляете своим состоянием, умеете переводить страх, энергию напряжения, стресса для своей пользы, если вы используете эту энергию для творчества, да, тогда это та волшебная таблетка, конечно. Вот мы завтра сделаем ликбез бесплатный для всех. А потом у нас еще вебинар предстоит. Да. Вебинар, вы знаете, я с удовольствием приду после тренировок. У меня тренировки заканчиваются, сразу приду. Отлично. На вебинаре я буду показывать схемотехнику, как подбирать себе алгоритм для того, чтобы решать вопросы, которые обычным путем решить не можете. Это будет очень интересно для всех. Но мы завтра на ликбезе еще поговорим. И завтра на ликбезе мы приглашаем всех, выходите, пожалуйста, в Zoom, подготовьте свои устройства, чтобы задавать там вопросы, любые вопросы, которые вас волнуют. И мы будем с Сашей отвечать на эти вопросы. Да, Саша? Ну, я постараюсь ответить. Я еще не такой гуру, как вы. Нет, нет, ты раз и боевым искусством уже не только взрослых, но уже и детей обучаешь. Это большой уровень, это большой уровень. Да, я тоже, когда что-то пытаюсь предложить людям, я в первую очередь думаю, вот внученьке своей я бы это предложил. То есть для меня это критерий. Если я своим детям дам, даю, значит, я уже настолько это все отработал, проверил, что это безопасно, что это полезно, и тогда только я даю детям. Да. Угу. Спасибо тебе, Саша. Сейчас, секундочку, Хасай Магомедович. Да. А где она у меня? Не удалил я. Наверное, удалил. Сегодня я делаю упражнение, пришла внучка. Так. Шатай-болтай делал, да? Да, понятно. Тихо хочет. Ну, понятно. Понятно. Потом... Понятно. И радостно убежала. Понятно, понятно. Ну, каждый подбирает свое, вот по этому критерию максимального соответствия себе индивидуально. А именно, что значит соответствие, что значит синхронно, что значит резонансно. Это то, что вам подходит. А что это значит вам подходит? Это то, что вам максимально просто, максимально комфортно. И когда вы подбираете себе приемы по максимальной комфортности, значит, вы подбираете ключ себе. До встречи, Саша. До встречи. Все. До свидания. Спасибо. До встречи. До завтра. А во сколько вы планируете? Ну, наверное, 8 часов вечера. Все. Тебе удобно будет 8 часов? Удобно. Все, всем объявляем. 8 часов завтра ликбез. Бесплатный. Все. Бесплатный. Zoom, да. Выходите, там Zoom будет сброшен. Все, до встречи. До встречи.